Чувашии продолжают сокращаться миграционная убыль и текучка кадров. Об этом глава республики рассказал на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде. За весь прошлый год миграционную убыль удалось сократить более чем в два раза, отметил глава Чувашии. Причем все больше выпускников школ выбирают для дальнейшего высшего образования вузы республики. Олег Николаев полагает, что так проявила себя и реализуемая в регионе программа ранней профессиональной ориентации. У нас из 100 бальников 10 поступили в наш Чувашский государственный университет. А каждый, 24,7% это либо красный диплом, либо медалист. Все ЧГУ, которые поступили из Чувашии. Примерно такая же картина в ЧГПУ, это педуниверситет. И поэтому мы для себя зафиксировали, что в целом, работа приносит успех. Мы в 2021 году, в принципе, достигли там, практически у нас был минимальный разрыв между миграцией, то, что уезжают, приезжают. Для выпускников вузов, подчеркнул Олег Николаев, решающим фактором становится интересная работа с высоким уровнем заработной платы. Тотальные санкции, которые ввели против нас, они, конечно, много сложностей нам доставляют, но зато развитие идет вообще бурное. Все, что раньше лежало в шкафах, там, на полках в виде идей, сейчас реализовывается на ура. Ну и, конечно же, это интересно для молодежи, потому что там можно и свою идею, если она хорошая и полезная, реализовать, и деньги для этого есть.